Привет, друзья. Значит так, это очень важно, потому что это глубина проникновения в понимание вопроса. Каким образом ассоциации помогают осознать и выразить? Собственно говоря, как происходит механизм общения сознания с подсознательной базой данных, которая у человека практически безгранична, потому что в нем содержится, в его генетике, вся эволюция предшествующих поколений. И вот что интересно, в моменте засыпания, например, если вы заняты каким-то вопросом, обдумываете его, вот в моменте засыпания, в переходе в сон, вот это нулевое состояние между сном и бодрствованием вдруг открывает вам двери. Что там происходит? А вот что. Если вы понаблюдаете за собой, вы заметите. Когда вы начинаете засыпать, думая о какой-то проблеме, то в какой-то момент, вот именно в этом переходном состоянии в сон, в какой-то момент вот эта доминанта вашего интереса, о чем вы думаете, вдруг там происходит в этот момент растворение события, когда она, ну вот эта тема, моментально обрастает свободным потоком ассоциаций, которые раньше были как бы приторможены. Свободный поток ассоциаций происходит по механизму автоматически. Подкидываются какие-то образы, какие-то решения вам для приведения по критерию соответствия. Подходит это вам, чтобы выразить это, или не подходит? Ну, знаете, как это происходит? Вот представьте себе автоматизм. Что такое автоматизм? Это я говорю для примера. Это действие, которое вы совершаете без усилия, то есть без затрат энергии. Это естественное действие, автоматическое. А вот сознательное действие, то есть осознанное действие, это когда вы сопровождаете это действие сознанием своим, а стало быть, это действие вызывает необходимость сознательного сопровождения. То есть оно требует усилия, то есть больше энергии затрачивается. То есть естественные действия автоматические, они не затратные, а сознательные все затратнее. И вот задача человека заключается в том, чтобы инстинктивные действия, которые он совершает, например, инстинкт самосохранения «бей, беги, застынь», еще какие-то действия инстинктивные он делает. Вот с этой скоростью инстинктивных реакций, чтобы человек научился быстро понимать ситуацию, ориентироваться, принимать неординарные решения в условиях ограниченного времени, в любой точке времени и пространства, то есть научиться работать с неопределенностью, когда масса неожиданных ситуаций, вот как сейчас, например. Так вот, чтобы научиться с этой скоростью инстинктивных реакций, мы что делаем? Мы научаемся сначала сознательному действию. Например, сознательное действие – автоматическое расхождение рук. Ну вот соединить вот это вот сознательное действие, что по вашему желанию на автомат выходит – то есть там, где происходит на основе рефлекса, автоматическая реакция. Рефлекс – это что такое? Это автоматическая реакция посредством нервной системы в ответ на какой-то раздражитель, в данном случае на ваш образ, что руки расходятся. Вот это соединение. Это такая глубина, должна быть понимание, что вот этот механизм, который вы используете в ключевом стресс-тесте, например, или в других левитационных движениях, когда вы тренируетесь, сознательные движения, требующие усилия, присутствие сознания, затратные,
переводить быстро в автоматические. То есть по существу вы тренируетесь регулировать свое состояние в любой другой работе, быстрее переводить себя на автоматизм, чтобы тратить меньше энергии. То есть по существу вы учитесь энергоэкономике, вы обучаетесь находить в себе такое оптимальное состояние, когда любая работа быстро становится для вас доступной, любое обучение становится доступным, любое творчество становится более качественным, эффективным, гуманным, потому что душа там быстрее появляется. Так вот, возвращаясь к засыпанию, когда вы засыпаете с какой-то мыслью, которую продумываете, она вас, допустим, волнует, в какой-то момент вдруг вы погружаетесь в сон, в этот момент моментально происходит раскрытие, то есть свободный поток ассоциаций, как я сказал, и по механизму примерки, подходит это, не подходит, соответствует это или не соответствует, но там сразу море ассоциаций, свободный поток ассоциаций происходит. Именно вот так вот, и вы там как бы по соответствию вашему поиску. Вы представляете, что происходит? Это отключаются все конкурирующие сигналы, и вы в таком комфортном состоянии, вы засыпаете в этот момент, там такое какое-то ощущение абсолютного покоя появляется, бесконечности, безвремения. И в этот момент распахивается как раз-таки свободный поток ассоциаций. И для чего это важно? Вы там начинаете понимать. То есть вот эти ассоциации, которые возникают, на самом деле подкидываются вам из вашей базы данных бесконечности слова, метафоры, ассоциации, с помощью которых вы осознаете свое интуитивное постижение истины. То есть по существу происходит осознавание. То есть что такое ноль? Это событие, которое помогает вам осознать, кто вы есть, и выразить ваши ощущения с помощью слов. Потому что сознание требует вот этой кодификации бессознательных процессов, интуитивных, несистемного движения информации, доведения до сознания. То есть вот это нулевое состояние, я не знаю, насколько я понятно вам рассказал, но вы понаблюдайте за собой, это же маленький урок самопознания. Понаблюдайте, когда вы засыпаете, засыпаете, и в какой-то момент вдруг там начинается процесс именно поиска соответствия каких-то слов, каких-то метафор тому ощущению, которое вы испытываете. То есть происходит как раз-таки развитие вашего сознания, развитие вашей личности. И поэтому вот два момента, когда вы переходите из осознанных действий сознательных, которые делаете с усилиями, с помощью приемов ключа, на автоматизм этих действий, вы тренируете у себя энергоэкономику, меньше уставать вообще во всех делах. А это тренирует к тому же еще и самосознание. Ну, короче говоря, понаблюдайте за собой, посмотрите, что получится, и напишите мне. Это очень интересно. Я так за 2-3 урока таких маленьких, да, вы сами себя познаете, разовьетесь настолько мощно, сильно, быстро, да, потому что это по существу ключ нужен не только для того, чтобы снимать стресс. Он служит для того, чтобы развиваться как личность. И вы посмотрите, ваша судьба улучшается, качество жизни растет, становится лучше. Вопросы вы решаете легче. И задачи те, которые казались недоступными, и цели, и желания, они начинают легче осуществляться. Вот вы увидите, и вы мне напишите. До встречи.